первый наш выход в город. Сейчас выезжаем в Калутару. Хотим там взять немножко, может быть, кепку мне возьмем. Но самое главное, пивасика. Женя направляется к выходу. Там, я смотрю, уже пошла движуха. Тук-тукеры нас заметили. Сейчас начнут предлагать свои услуги. Завели тук-тук. Пристегиваться не надо, видимо. Все, едем. Впечатление от первой поездки на тук-туке. Очень экзотично. Отлично, смотрите, тут фотографии у них своих семей. Вон можно в зеркало на себя посмотреть. Спереди он тоже. Движение у нас тут праворукое получается. Вот поэтому мы решили сами не брать права. Говорят, с этим есть сложности. Даже международные права не просто так взять. Это нужно идти и где-то там их перерегистрировать. Поэтому приходится ездить на местные экзотики. Тук-тук. Ну тут все на них ездят. Как мы договорили, за 1000 рупий доехать до Калутары и обратно из магазина. Вообще за сегодня мы уже купались в океане. Чем торгуют, вот опять получается речка. Огромная мост. Очень приятные запахи здесь идут по городу. Вот смотрите, вот эта башня, вероятно, она часами такая европейского вида. О, вот эта церковь, видимо, тоже от португальцев от каких-нибудь сохранилась. Движение, конечно, такое, я бы, наверное, не смог с первого раза тут нормально ездить. Ну да, особенно правый поворот, да? Вообще взрывает мозг. Едет как песчинки такие, потому что это маленький автобус, потому нет больших автобусов. Немножко шоколадный. Не знаю, мне нравится. Сегодня как-то убавляет. Такой запах бадалона. Да, да. А чем-то напоминает Бали. Да. В других странах, там, в Турции, в Египте, ну, где каталог, там, в Доминикане. В Турции тоже, наверное, эти эфирные масла распространены. Наш таксист остановил нас здесь. Сказал, вот это и есть супермаркет. Cargill's Food City. Ну, видим, местные выходят, значит, действительно здесь можем что-то себе приобрести. Странно, здесь очень пахнет бензином, да? Да. Кстати, да, как вариант, может быть, его здесь тоже продают. Ну, бери фрукты. Их только, я не знаю, взвешивать нужно, нет? Приехали мы за пивом, а пива тут и нету. Сейчас придется еще куда-то ехать. Вот, набрали сладости детка. Набрали каких-то специй, я даже не понял, каких. Не знаю, пригодятся, нет. Вон они у нас лежат сзади. Едем теперь конкретно за главной целью нашего визита к Калутару. Зачем? За манго. Основная трасса проходит, а мы вот по какой-то второстепенной, вон картошечка здесь, люди торгуют специями. Причем вместе со специями они продают очень сухую рыбу. Вот эти, как у анчоусы, так что их, видимо, здесь покупают, а у нас пересобирают. Вот в таких условиях все это продается, кстати. Я не думаю, что какую-то дополнительную дезинфекцию проходит, прежде чем к нам в пакетики попасть. Ну, в принципе, в Ашане же тоже она же так вот насыпью продается. Продали овощи, рыба. Ну, там сейчас лежала. Да? Это вот типа рынка.
здесь вот продают как раз вот огурцы, помидоры. Вот тут уже не самые лучшие запахи пошли, потому что рыбу продают, да. Угу. Вот еще рыбку продают. Что-то, фу, блин, кишки летят. Бир здесь, да? Бир. Вот это да, прикольно, как тут есть. В отдельной, за решеткой все продается. Это вот потому что правила такие здесь. Тут вот мы затарились алкоголем. И теперь едем куда? В бассейн и пиво с бананами пить. Пиво с бананами сейчас будем пить, да, в бассейне. Алкоголь у них дорогой. А рак стоил. Это водки их нет. Да нет, 4,5. А где чек? Чек там? Пакет, наверное. А пиво получилось по 420. В английских этих, да. При этом в кафешке можно было за 600. То есть, ну вот, ну особо разницы не подметит. Но можно в кафе идти и пить там холодно. Пускай кафе официально не имеет права на вынос продавать. Они могут продавать только вот именно к тебе приносят как заказ. И так тоже не могут. Ну и так вам, как подсказывают профессионалы, не могут? Она вчера говорила. Чай. Чай, пойдем посмотрим. Да, 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 чая. Да. Кстати, не такой уж он и дешевый. 1000 английских рублей за 100 грамм черный идет. Там такие листья прям настоящие. Да. У нас такой не продают. Там прям листья. Вот. И значит, со вкусовыми добавками очень много чая вот здесь. Там с синамоном, со всякими там синамоном, с манго. Короче, 600-800 они стоят. Ну да, мы взяли чай с корицей. Да, мы чай корицей взяли, вот, да. Ну, потому что, ну, первые сутки, второй день тут получается. И посмотрим, может, что где-то на экскурсиях еще возьмем. Ну, чай с добавками дешевле стоит. Да, почему с добавками дешевле стоит. Поехали обратно. Вон, кстати, вот эта красивая пагода. Главная, то, что мы часть Калабари, и одна из самых главных архитектурных достопримечательностей Шри-Ланки. Там наверняка где-то в зарослях мангровых скрываются крокодилы. Вон там очередная большая статуя Будды желтая. Здесь рыбу, наверное, ловят. Ну, очень необычно. Сильно все отличается от той же Турции, даже от Египта. Народ живет бедно, но весело. Вон игрушками торгуют, смотрите. Короче, все чем-то торгуют. Тут задумались, что же нам тут брать, потому что непонятно, что это все такое. Манго попробуем. Это вот получается кокос, наверное, это вот папайя, это манго. Да, ну и давай манго возьмем. Попробуем. Ой. 1 килограмм. 1 килограмм. Mm-hmm. Смотри, какой. Вот нам набирает манго. А еще мы, наверное, возьмем по кокосу вот по такому. Какая красота здесь, а? У нас, конечно, тоже что-то из этого есть, там гурмане, там. Не, ну папайя мы на рынке перекрестках, но. Один. О. Вот это один из штука Бобура, потом это Парисна, это отель Бобур. Хорошо. Окей. Что говорит? Съесть мякоть потом в отеле. Красный балийский ром. Балийский, не ланкийский. Ой, ланкийский, шри-ланкийский ром. Сейчас буду первый раз в жизни его употреблять. Попробую. Очень хвалят местные его. Говорят, сладкий, такого нигде больше нет. Ну, красного рома действительно нет. Ну, красноты в нем не так много. Пробуем. На запах очень ароматный. Сладкий. Такой с переходящими вкусами, ароматами. Крепкий. Сколько? 35 градусов, по-моему, в нем. Короче, рекомендую к употреблению.